значение имени Ангелия. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего, из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Это люди независимые, руководствующиеся разумом, уверенные в себе и убежденные в своей значимости. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны, они успешны в творческих профессиях. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.